Всем привет, ребята! Сегодня я с вами Миха, и мы сегодня с вами будем играть в Bed Wars. И, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Ну, мы погнали. Так, давайте пойдем уже играть. Что-то я разболтался. Так, вот, Bed Wars у нас. Так, вот. Ребята, давайте сейчас ставим там же железо. Я хочу тут встать. А боже, что-нибудь посуду снимает. А я тебе сейчас вот так. Все. Тогда я вот тут встану, может быть, сейчас начнет набирать. Я даже не знаю, ребята. Да, ну давайте пока что тогда вот так. Я помню, блин, а чё нигде ничего не капает-то? А вот тут? Блин, нет, что-то не побольше. Ладно. Все, пошло дело. Так, ребята, капает. Все. Так, становимся. Давайте, ребята. Я сейчас перемотаю ролик. Когда у меня будет 20 железа, я включусь. Так, все, ребята, у меня уже 20 железа. Сейчас точно будет. Вот. Все. Погнали, ребята, будем покупать. Давайте подкупим. Так, одеваем с вами броню. Вот так. Надо будет еще, кстати, сейчас закрыть яйцо. Вот так. Надо бедрок, ребята, купить. Вот. Так вот, ребята, мы с вами закрываем. Вот, я закрыл то, что смог. Опа, ну так погнали, ребята, на тот остров. Давайте вот тут начнем делать с вами дорожку. Так, погнали на остров. Погнали. Что у нас там? Ну, нормально, хорошо. Что у нас там? Ой. Это и будет плохо. Фух, повезло, ребята. У меня как бы вот эти вещи были, так что ничего страшного. Блин, чего это? Он тупой, он яйцо чили. Он нас чили. Блин, он настолько честно дубил. Ты защитишь ты яйцо, ну. Дубил, ладно. Он ребята дубил. Так, ну погнали. На остров. Вот это хорошо, как раз не надо очень много тратить. Вот. Опа, все ребята, мы на этом острове. Погнали. Посмотрите. Золотом. И за алмазами. Ребята. Ага, последние алмазы. И все. Все, ребята, гоняем отсюда. Уходим. Уходим, ребята. Так, сейчас обновим с вами
нашу алмазную машинку. Так, погнали. Кто нам удает? Сейчас обновим с вами. Давайте, чтобы она работала. Обновить. Оп. Вот. Вот, все, сейчас будет капать. Во, пошло дело, ребята, вы видели? А, ну пусть она тут пока что будет копиться у нас. Супер. Все, у нас будет теперь капать алмазы. Конечно, медленно, но зато теперь будут капать. Так, давайте так обновить еще раз. Успешно улучшено. Во. Ну, погнали с вами сейчас. Я не знаю, но начало у нас довольно хорошо начинается. У меня раньше было, честно, ребята, и хуже. Итак, сейчас нам дано яйцо с вами защитить. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Сейчас блоки. Опа. Смотрите, ребята, сейчас мы с вами купим бедрок. И отделаем бедроком вот так. Ой, ребята, супер. Вот, во, всё. Вот тут уже с вами накроем вот так. Во, всё. Защищено у нас яйцо, ребята. Очень даже хорошо. Да, хорошо, у нас пока что всё защищено. Во, всё, ребята. Закрыли мы с вами наше яйцо. Сейчас только нам, ребята, нужно посмотреть. Так, ага. Нам верхушку тоже нужно закрыть. Вот так. Во, все, ребята. Супер. Все, ребята. Это, ребята, хорошо. Выделали мы с вами яйцо. Давайте, ребят, пойдем с вами уже посмотрим, сколько у нас там алмазы. Ой, ребята, уже хорошо у нас алмазов накапало. Ага. Давайте ему скинем. Так. Он не захотел. Так, ребята, забираем с вами алмазики, наши хорошие алмазики, так и золото. Вообще, сначала, я думаю, у нас очень такое хорошее. Так, сейчас нам нужно броню уже покупать хорошую. О, все, ребята, у меня теперь диамантовый меч. Осталось только броню, ребята, и все. Так вот, алмазную броню как-то. Давайте попробуем с вами собирать как можно больше. Ребята, нужно. Давайте постоим, ребята. Давайте, ребята, когда у нас будет 20 золота, я включусь. Ой, ну, короче, вы поняли, алмаз. Я включусь. Ребята, я продолжаю. Я, конечно, 20 золота не набрал, но ничего страшного. Сейчас продолжим с вами набирать золото. Так, погнали, шлем с вами возьмем, и потом штанишки уже купим. Давайте с вами сейчас пока что купим с вами блоки. Вот. Нужно как можно сильнее защищать наше яйцо, чтобы его вообще там не достали никогда. Вот тут нам нужно вот так все заделать. Не знаю, это котенки сломать не могут, но лучше, я считаю, заделываем, ребята, с вами вот так. Если вот, все, ребята, заделали мы с вами
наше яйцо. Ну, его теперь вообще невозможно будет достать. Что-то за желтое. Погнали. О, уже 5. Да, погнали, купим с вами сейчас шлем. Или пока что купим с вами железный шлем. А что на мишке? Сейчас мы с вами накопим. Броня. Так, давайте шлем пока что с железного возьмем. Да, ну пока что, ребята, у нас хорошо. Ой, еды мне надо. Давайте пока что с вами сейчас возьмем. Такого делать. Блин, я есть хочу. Ребята, погнали, с вами купим. Так, давайте возьмем сейчас с вами так другое. Так, о, мясо. Блин, они. О, все, супер. Ребята, супер. ТНТ. Одну. Сейчас с вами купим одно ТНТ. Возьмем с вами его купим. И чтобы я его не подавал, возьмем с вами лучше меч. Так, кушать. И еще. Все, супер, поели, ребята. Так, все, о, все, супер, 15 алмазов. Сейчас мы с вами теперь купим штанишки и во, супер, ребята, это броня, вот так, осталось штаны и ботинки, все, нам ребята хватит. Так, и последнее нам осталось. Так, это штаны. Так, ребят, давайте пока что возьмем с вами алмазы. Давайте, ребята, возьмем золото. Так, давайте вот так, что у нас сейчас? Штаны, а, штаны на нас. Вот. Давайте с вами, ребята, нам нужно сначала закупиться. Все, что у нас только есть. Так, давайте сейчас возьмем и купим с вами алмазную кирку. Ну, нам вообще, ребята, лучше будем тут сидеть. Потому что. Ну-ка, еще лучше будем тут сидеть. У меня ботинок есть? Да. Ботиночки на мне. Так, значит, товар. И покупаем. Так, скорость, джек и хп. Вот, ребята. Все, супер. Все, ребята, я думаю, мы с вами разбогатели. Давайте будем с вами пока что закрывать с вами яйцо. Лучше, ребята, будем с вами пока что яйцо закрывать.
вами, ребята, с вами наше яйцо. Я считаю, ребята, лучше всего нам сидеть вот тут, что нас могут убить. Если мы там выйдем, и мы можем все с вами потерять. Потому что я не буду рисковать, я останусь тут на острове пока что. И рисковать я, ребята, не буду. Так, зачарования мне пока что не надо. Давайте мы с вами сейчас. Не знаю, что же нам купили. Алмазный сет. Ребята, у нас уже полностью есть. Мы уже можем атаковать. Ну, погнали. Это. Опа, опа. Ребята, там кто-то идет. Там кто-то идет. Ребята, я умер. Так, ребята, блин, я думала, я сейчас умру. Ребята, было жестко. Ох, ребята, видите, сколько я хп уже потерял. Что? Давайте наберем с вами где-то воды, не знаю. Я считаю, нам лучше попить. Или во двор снимем. Нет, нельзя. Ребята, бежим. Бежим, ребята. Ай, ребята, бежим. Ребята, я считаю, лучше расширять уже свой ост. Давайте будем с вами уже остров включать. Опа. Да, не думаю. Тут у нас будет такая небольшая защита. Я сейчас буду делать пока что защиту. Давайте, ребята, пока что купим с вами. Что же купим? А, бедхок. Я, ребята, хотел бедхок. Чтобы сделать у нас защиту. И потом давайте сначала закупимся с вами блоками. Так. Ребята, супер. Давай пока что у нас нашу защиту. Тут у нас будет такой небольшой типа. Выход, вот. Давайте, чтобы тут кто не упал, сейчас мы с вами расширим с вами остров. Так вот так вот. Ух. Понятно. Вот. Да, тут такая вот у нас защита пока что получается. С вами. Так вот сделаем. Тут у нас вход будет. Сейчас я вам покажу, какой. Вот, ребята, я лучше сделала вот такой вот безопасный, ребята, вход. Давайте сделаем с вами такое небольшое, ребята, окно, чтобы можно было отсюда стрелять. Все такое, ну, вы поняли. Так, вот так. Защита. У нас. Сейчас, ребята, я думаю, сегодня у меня лучше всего получается.
ребята, я делаю пока что второй этаж. Так, так погнали, ребята, с вами блоки закупим. Так, блин, я не знаю, что делать. Это не будет в каких случаях. Ребята, еще чуть-чуть нас осталось. Так. А ну лучше сапоги куплю. Вот. Еще. Блоков! Они идут, ребята. Они идут. Вот они идут. Идут. Ребята, я чувствую, пока нам лучше лук уже покупать. Так, ребята, у нас уже начинается. Опа! Весело у нас уже получается. Блин! Помазал! Торговец, давай. Ай! Бля! Ребята, нам нужно быстрее золото где-то пхать. Давайте, 20 золота нам нужно. Ой, бля, ребята, блин. Здесь нам повезет. Мне везет. Я что-то помазал. Так, ребята, давайте купим пока что. Быстрее, быстрее. Золото, золото, давайте. Золото, быстрее. И алмазы, давайте, золото, алмазы. Сейчас там, только можно. Давайте спрячем пока что с вами. Если что. Да нет, хэпэ, можно. Так, блин, Тинти мне нужно. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть и все. Повезет. А давай, 20. 20 золота, прошу. Ой, блин, ребята, там очень плохо. Есть 20 золота, все, ребята. Супер. Так, давайте. Так, быстрей. Ой, бляха, муха, ребята, я не купил. Давайте, короче, в тайных сундуках пока что сахар не положу. Вот тут пока что я сделала такие небольшие сундуки, сейчас я их уже купил. У меня тут будут спрятанные сундуки. Тут я в них положу алмазы. Ничего, вы поняли. Так. Такое, вот такое, вот такое. Таких там. Ребята, мы выиграли! Есть! Ребята, мы выиграли с вами. Мы с вами, ребята, выиграли. Ура! Ура, ребята! Вот такое вот, ребята, было видео. Хотя, не знаю. Ладно, ребят, смотрите, вот такое у нас было видео. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. А с вами я был Миха, и всем пока.